Саш, приветствую тебя на водоеме Савельев 1. Как у тебя денек прошел? Расскажи, пожалуйста. Да, приветствую. День прошел неплохо. Ну вот, поймали много. Друзья просто пораньше уехали, поэтому всю рыбу отдал им. Ну вот, клевало в основном на резину и на блесенки, на пастру. Несмотря на что такой маленький размер, форель бойкая. Очень тяжело с ней справиться. Прыгает, делает свечки. Давно такой форели не было. Ну вот, поэтому очень много сходов. Ну а так, все прекрасно. Рыбалкой доволен? Конечно. Самое главное. Всегда. Савельево есть Савельево. Самое главное. Заезжай почаще. Ждем тебя снова и снова. Всегда будем рады. Давай, спасибо. Все, пока.